Врач, поэт, артист. И сегодня, накануне у него был юбилей, причем в дружеском кругу. 3500 человек пришли на концерт Александра Розенбаума в Петербурге, который отметил цифру 65 на большой сцене. Он исполнил все самые известные песни от вальса Бастона до АУ. И мой коллега-корреспондент Денис Ладонкин лично поздравил артиста. Александр Розенбаум празднует юбилей. Сегодня артисту исполнилось 65 лет. И он отпраздновал его на сцене со зрителем. И вот как Александр Розенбаум прокомментировал этот концерт перед его началом. Все круглые даты, они все на сцене. И это не совсем обычно, это огромная радость для артиста. Потому что приходит на концерт в этот день по-любому друзья. По-любому. Они приходят тебя поздравить. Представляете, 2500 друзей в зале поздравляют тебя с днем рождения. Это же счастье. Действительно, в зале был полный аншлаг. Люди рассаживались по своим местам вплоть до выхода артиста на сцену. После каждой буквально песни ему дарили цветы, поздравляли его лично. Но помимо обычных зрителей, концерт посетили и первые лица города. Все мы петербуржцы, и вот эти слова, эти песни, они берут за душу каждого из нас. И я думаю, что трудно, наверное, переоценить ваш вклад в нашу петербургскую культуру. Юбилейный концерт Александра Розенбаума длился более 3 часов. Артист исполнил как новые песни, так и давно всем полюбившиеся хиты. Очень важно, что надлетал, чумый день, и приблотел саксофон. Ну и после концерта зритель действительно не ушел равнодушным. Песни Александра Розенбаума понравились, а у кого-то из зрителей, слушателей с его песнями, с его творчеством связаны какие-то яркие моменты жизни. Со своим мужем познакомилась на концерте Розенбаума. И 27 лет счастлива замужем, и сына назвала в его честь. Так случилось. Поэтому очень признательна Александру Яковлевичу за то, что он есть, и за его творчество. Ну, это был где-то, наверное, 78-й год. В Гаване пошел в гости. Ну, я тогда был еще молодым помощником капитана. Пошел в гости на паром. Он был в ленинградской прописке. И там привезли первый раз кассету с записью песен. И вот с тех пор я его знаю. Денис Ладонкин, Светлана Шанькова, Live 78.